Фигуристы Когалымы готовятся к новому сезону. Со 2 августа они на сборах 6 раз в неделю, двухразовые тренировки. Их посвящают упражнениям на выносливость, скорость, гибкость и технику. Утренние занятия проходят на лыжной базе «Снежинка». Старшие девчонки понимают, что это спорт, да и многие младшие уже понимают, что нужно стараться. Уже кто-то ездил на соревнования, и младшие, и старшие, и они видели, что где-то они, может быть, в отстающие, где-то они получают медали, то есть, возможно, сильнее некоторых. Поэтому понимают, что нужно 6 раз в неделю тренироваться, кто-то отдыхает в воскресенье, кто-то все равно приходит там с родителями, тоже бегает, разминается. А по-другому никак. Чтобы чего-то добиться, неважно, в спорте или любом другом виде деятельности, необходимо заниматься и самосовершенствоваться. Ничего невозможного нет, главное не лениться, тем более все условия созданы. В этом году, помимо двухразовых тренировок, организовано питание фигуристов. Если утренние занятия проходят на открытом воздухе в лесном массиве, то после обеда и небольшого отдыха спортсмены направляются в тренажерный зал Ледового дворца «Айсберг». Чем больше ты занимаешься, тем лучше у тебя получаются все элементы. Обязательно нужно привыкнуть. Вот я первый день ходила с утра в 7, мне так не понравилось, а потом в 5-6 день я уже привыкла, мне ничего не нравится ходить с утра. Втянулась? Да. Работа, проделанная фигуристами во время сборов, направлена на улучшение их физических кондиций и закладку фундамента на текущий сезон. Со следующей недели начнется ледовая подготовка.